Алиса, выключи музыку. Девчонки, всем привет! Начинаем новый влог. Покажу вам немножко свою ежедневную рутину. Сейчас собираюсь помыть здесь пол. Я, кстати, переставила здесь кровать. Немножечко сделали перестановку. Ну вот, Артур, когда уехал, на следующий день я утром мыла пол, отодвигала кровать, там тоже под кроватью мыла. И мы с Софией. София здесь бегала, я кровать отодвинула. И она говорит: мама, сколько, говорит, места. Давай, говорит, так кровать оставим. А я отодвигала ее, получается, сюда, к стенке. А вот я говорю: дочь, а как я буду заходить сюда, в гардеробную? Там ведь у меня склад свечей. Я в день по 10 раз туда захожу. Вот. И потом решили вот так поставить кровать. Ну, просто для разнообразия, потому что мы практически всегда дома, хочется что-то нового. Конечно бы, если бы это не была съемная квартира, я бы могла там занавески новые купить, да, что-то изменить, какой-то декор, как-то по-другому поставить, что-то заменить, изменить. Но так как квартира съемная, конечно, этого делать не хочется. Поэтому мы вот иногда переставляем. Мы в детской тоже очень часто делаем перестановку. А вот в зале, конечно, там никак не переставишь, а в детской тоже постоянно что-то переставляем. Вот, и удобно, в принципе, хотя здесь, видите, кровать, и над ней светильники тоже удобно, в принципе, она и должна там стоять. Но нам светильники, если там я книжку хочу почитать, я могу и под большим светом читать, у меня дети, например, могут спать со светом, вот, и оставили. Тумбочка там же стояла, можно было ее сюда, в принципе, поставить, там она поместится. Но с этой стороны сейчас София спит, я сплю здесь, потому что мне удобно за Ангелиной смотреть. Вот. И туда можно было тумбочку поставить, ну, мне она, в принципе, около головы ни к чему. Если там книжку читаю, я могу на пол положить, потом убрать. У меня книжки там на подоконнике все лежат. С детьми, если читаем, тоже убираем. И здесь что удобно, потому что часы. Часы я всегда смотрю. Плюс проектор дети каждый день вечером включают. А, у меня, кстати, девчонки, сейчас вам покажу. Я взяла вот такой вот крем новый у меня. Сейчас я свет здесь включу. Для рук, для ног он идет. Крем-парафин от фирмы Аравия. Очень мне понравился. У меня до этого был крем-парафин. И помните, я вам тоже показывала желтенький такой, не помню фирму. Вот он мне не нравился. Он такой был густой, очень плохо распределялся. А вот этот, вот он такой голубенький. Очень приятно пахнет. Такой, знаете, цветочный, свежий аромат. Там были разные они, и голубого цвета, и зеленого, и коричневого, в общем. Но я по отзывам выбрала вот этот голубой, цветочный и пчелиный воск. Ну, вот я же говорю, цветочный такой аромат. Его можно на ручки наносить, на ножки. Я наносила на ноги, и у меня вот хэбэшные носочки вот здесь вот лежат. Но это не обычные носки, это специальные, вот, чтобы делать маску для ног, для рук. Я одеваю, наношу на ноги и одеваю носочки. Но в носках, правда, я всю ночь спать не могу. Я потом все равно, ну, среди ночи снимаю. Но ножки, во-первых, очень такие напитанные, гладенькие. Сразу видно, что, ну, все какие-то, если шелушения, огрубевшая кожа, она как-то питает, увлажняет. Очень понравился, девчонки, крем. И очень надолго, я думаю, хватит. Здесь сколько? 500, наверное. Баночка такая большая. 300 здесь, оказывается, 300. Кажется, что больше. Вот, и здесь у меня стоит крем для рук мой. Но я вам тоже уже, наверное, показывала. Белорусский неплохой крем для рук тоже. Вот, увлажнитель надо будет набрать воду. Утром у меня закончилось. Мы постоянно пользуемся увлажнителями. И я, девчонки, их обязательно обрабатываю. Я покупаю на Озон перекись 6%. В таких литровых бутылках продается. Ну, есть и в 5-литровых, но я всегда в литровых покупаю. И я как-нибудь, надо, наверное, показать вам. Я вот сюда, вот, где водичка, воду выливаю. Сначала салфетками антибактериальными вытираю. Ну, можно чистой какой-нибудь тряпочкой вытереть. Вот, и потом заливаю сюда перекись. Заливаю перекись прям вот до конца.
И немножко даю постоять, чтобы все это продезинфицировало. Она немножко так шипеть. Обязательно перчатки, потому что если на руку попадет, руку обесцвечивает. Вот. И все потом прохожу, протираю. Это я где-то, девчонки, в интернете это прочитала, вот что нужно обрабатывать вот такой увлажнитель, потому что там скапливается, ну, вот это вот как водичка такая склизкая становится. Вот этим дышать ни в коем случае нельзя, так не должно быть. И не дай бог, если плесень там немножко даже образуется, вы можете это не заметить в уголках там. А все-таки мы этим дышим, и обязательно нужно обрабатывать. И у меня вот здесь получается увлажнитель, и там, и вот где-то, ну, раза два в месяц я обрабатываю обязательно. Вот я же каждый день набираю, это у нас по 5 литров идет увлажнитель. Ну вот на ночь, если полную набрать, на ночь хватает, еще на полдня хватит. Вот, и получается, каждый день практически мы набираем сюда водичку, и вот я один день обрабатываю, потому что это нужно обязательно делать. В общем, ладно, сейчас протру пол. София ушла на занятия, она стала ходить на дополнительные, ну, вот в Манго, куда она раньше ходила, потому что, девчонки, какие-то уроки, там, задачи вот сейчас задают, там, несколько действий нужно сделать. Я где-то ей объяснить не могу это все. Начинаю нервничать, что я не могу это сделать. И, в общем, мы решили, что вот она в субботу-воскресенье будет ходить туда заниматься с Натальей Андреевной. Вот она ушла. А я вот сейчас хочу пол помыть. Набрала воду. Все, девчонки, буквально 5 минут. Сейчас только нужно будет кровать мне задвинуть. Я за кровать все тоже мою. Когда полы мокрые, хорошо двигается. И все, и вот весы. Весы здесь около меня, девчонки, рядом стоят. Я всегда утром взвешиваюсь. И взвешиваюсь не каждый день. Ну, где-то через 3 дня. Вот так могу в неделю раз взвеситься. И вот этот вот коврик, я тоже утром его достаю, стою на нем. Иногда вечером у меня спина устает. Я прям на кровать, девчонки, его кладу. И на нем вот на спине полежу. Хорошо, тоже хорошая вещь такая. Здесь в зале тоже сейчас включу свой помощник, потому что вчера, позавчера я не включала, пока он поездит, в коридоре тоже вон пыльно уберет, а я пойду голову быстренько помою. У меня есть здесь такая волшебная коробочка, девчонки. Это моя Танюша, вот с которой мы дружим. Это она мне передавала на Новый год подарок мне, деткам. Вот и осталось, вот здесь, видите, много, чем я не пользовалась. А, вот это тоже, кстати, я покупала по ее рекомендации. Маски фирмы Мачеки. Очень, девчонки, классные. Вот такая вот коричневая была. Покупаю уже второй раз. Вот эта маска очень хорошая. И вот это тоже мне понравилось. Волосы после нее просто обалденные. Она сама просто не бюджетная. Она стоит, ну, около 3000. Вот, и поэтому вот она мне порекомендовала, она тоже берет вот такие пробники, и вот я себе на Валберес заказывала, очень классные, девчонки, вот второй раз повторяю. Единственное, знаете, мне немножечко как будто вот для моих волос маловато вот этой одной масочки, хотя вот мы с ней тоже голосовыми переписывались. И она говорит, может быть, говорит, Настя, только и надо наносить вот маски, а мы любим побольше, да, нанести. А вот, может быть, вот норма, и вот столько нанес, чтобы не плавали волосы, да, в этой маске, а вот немножечко. Ну, в принципе, я распределила, все нормально, но вот как мне хотелось бы, я люблю побольше, хотелось бы еще. Но все равно эффект очень классный. Вот я говорю, второй раз беру. Если бы не очень были, я бы второй раз не покупала. Это вот две маски. А вот это все она мне передавала. Вот, надо будет... Вот сейчас хочу что-нибудь сделать для волос. Пока как раз я в зале буду там убираться, чтобы поработала. Единственное, вот здесь не написано, видите, на русском. Не наклеена даже такая наклейка. Я вот не знаю, это надо в интернете читать. Вот от чего, зачем, почему. Вот это вот шампунь. Она сказала, что вот этот, кажется, шампунь, он, говорит, ментоловый такой, немножко холодит кожу головы. Приятный такой. Вот, может быть, попробовать вот эти зелененькие. Это тоже вот шампунь. Это яблоко написано, а это скальп.
А это, наверное, глубокоочищающий шампунь. В общем, не знаю, девчонки, не буду вас грузить. Сейчас что-нибудь найду, сделаю. Здесь вот у меня, видите, филлеры тоже она мне передавала. И ладоровские, и такие. Это пуговица у меня здесь делает. Знакомая пуговица. Ну, сейчас что-нибудь сделаю. Почитала, сделаю, да, вот, это шампунь глубокой очистки, шампунь вот этим воспользуюсь. И вот эта масочка, это восстанавливающая для ослабленных волос. И что вы думаете? Уже второй раз я обламываюсь. Какой второй раз, девчонки? Третий раз. Вот с этой вот маской. Шампунем-то я воспользовалась. Он такой жиденький, зелененького цвета. Да, действительно, с ментолом. Очень такой приятный холодок дает. И видно, что он глубоко очищающий. Прям волосы такие вот чистые, да, прям до скрипа, как говорится. Вот. А вот эта маска, девчонки, вот то, что здесь написано, именно маска. Я всегда забываю. Я ее открыла на ладошку, а там просто водичка. Ее нужно разбавлять обязательно, как филлеры. Один к одному, то есть выливаете в чашечку столько же водички комнатной температуры, разводите и потом наносите на волосы. Ну, в общем, ладно, просто так получается, я ее вылила. Сделала масочку гидрогелевую. Это у меня от Darling. Очень я, девчонки, их полюбила, масочки. Это вот у меня вот такая вот. Получается расслабляющая с эффектом моментального восстановления гидрогелевая маска. Удобная она, вот две части, хорошо и лекала хорошая, ложится. И вот я теперь всегда, когда делаю здесь вот немножечко, когда делаю заказ на Золотом Яблоке, всегда бросаю эти масочки, там и скидки есть хорошие. И я уже все практически попробовала, там есть и по 99 рублей, и 187, и даже чуть-чуть подороже есть, по 200 рублей. Я уже все пробовала, и все вот, девчонки, они хорошие. Даже вот эти по 99 рублей, они ничем не хуже. Вот очень увлажняющие, которые супер увлажняющие, классные масочки сразу. И я вот после них сыворотку распределяю, я уже не наношу ни крем, потом уже тональное средство, мне как-то не требуется дополнительное увлажнение, питание. Так, ну что, масочку я снимаю. Кожа сразу разглаживается, свеженькая такая становится. И вот прям увлажненная она, девчонки. Вот не знаю, как вам показать, прям увлажненная. Вот прям глубоко, знаете, увлажненная. Вообще класс. И какая-то такая вот сияющая, красивая кожа. Девчонки, сегодня сделала макияж без стрелок. Я всегда подвожу стрелочку, мне нравится стрелка. Я, в принципе, давно так крашусь. Вот сначала я раньше, вернее, подводкой красила, потом фломастером. А сейчас вот как-то мне удобно карандашом и провожу сюда кисточкой стрелочку. Но сегодня сделала без стрелки, потому что последнее время мне кажется, что с возрастом не очень идет, да, такой какой-то вот яркий макияж глаз, вообще макияж лица. И сейчас я хочу немножечко по-другому пробовать делать макияж. И вот сегодня сделала без стрелок, просто тени немножечко снизу подвела тенями тоже. И вот такой у меня макияж получился. Сейчас покажу вам свою новую пижаму. Вот такая, девчонки, у меня новая пижама. Это любимый Василек. Очень классная, девчонки. Буду вам прям рекомендовать. Здесь вот так вот, видите, рукавчик. Можно его на пуговичку собрать, можно просто на выпуск сделать. И также вот здесь делается, тоже можно вот так вот, ну, немножечко подсобрать и застегнуть на пуговичку. Ну, то есть вот эту саму тунику сделать покороче. Ну, вот так, как в сборку, да, здесь будет смотреться. Но я так не делаю, я просто вот так, мне нравится больше. Это муслин, девчонки, ткань. Очень приятная, это хлопок. Я еще помню, знаете, когда я Ангелине заказывала пеленки. Когда Ангелина была беременная, готовилась, вот, заказывала все пеленки на любимом Васильке.
там муслиновые тоже. И вот по качеству ткани вот этот муслин, он мне так нравился. Я всегда, ну, когда я его стирала, во-первых, эту ткань можно не гладить, она и так выглядит. Ну, она немножко такая жеванная. Ну, вы, наверное, знаете, да, что такое муслин. Она такая сжатая немножко, вот на штанине снизу видно. И можно не гладить, можно постирать, просто хорошо вытряхнуть, и пижама будет смотреться хорошо. Здесь она идет просто на ремешочке, ну, вернее, на резиночке. Кармашков тут нету, но очень, девчонки, комфортно, как в ней приятно ходить. И также, что для меня плюсом является, это то, что она как туника одевается через голову. Здесь нет пуговичек. Потому что у меня грудь не маленькая, и часто бывает, когда вот верх у меня вот такой тоже рубашкой, вот здесь вот верхняя пуговичка у меня очень часто расстегивается. Вот, а здесь такого нет. Через голову одел, нагинаешься, ничто у тебя здесь не расстегнется, никуда не разойдется. Обалденная, девчонки, я вот вам от души советую. Единственное, я вот взяла в двух цветах, в черном и в бежевом, тоже сейчас покажу. И все это продается по отдельности, то есть туника, штаны вы можете по отдельности, вы можете, например, купить только тунику, если вам не нужны штаны, либо наоборот только штаны. И также я подобрала шорты, шортики, чтобы были тоже с туникой одевать. Ну, сейчас я вам все покажу, просто хотела на себе показать. Очень классная. Вообще черный цвет, девчонки, я обожаю, мне нравится, как она смотрится стильно, так красиво, в то же время нигде ничего не жмет, по-домашнему очень удобно и красиво. Вот я даже сейчас буду Артура встречать, и ему будет приятно, да, что вот я так выгляжу, не в каком-то там халате его встречаю. Вот, так что, девчонки, присмотритесь. Цвета есть разные. Я хотела взять в таком оливковом цвете или цвет хаки там был. Очень мне понравился. Но там, ну, чего-то не было. Не помню, то ли верх был, низа не было, то ли низ был, верха не было. То есть нужно смотреть. Очень стильный такой, ну, костюм я бы даже назвала. Как-то пижама, у меня даже слово не поворачивается. В таком, например, вот весной, когда тепло, да, можно выйти куда-то, мне кажется, и до магазина прогуляться. Тоже будет очень красиво смотреться. И вот, девчонки, решила померить вам в бежевом цвете тоже. Вот здесь я, получается, на пуговичку застегнула. А вот с этой стороны просто оставила. Можно вот так. Ну, мне кажется, на пуговичку более поинтереснее смотрится. И вот напишите, какой мне цвет больше идет. Мне все-таки как-то, не знаю, хотя это тоже, в принципе, симпатично смотрится. Но мне все-таки черный как-то больше по душе. Мне, я вообще люблю, уже говорю, черный цвет. Но это тоже, в принципе, неплохо смотрится. Хорошие, девчонки, вот видите, вот такая вот ткань, она немножко такая сжатая. Я же говорю, можно не стирать, просто стряхнул. Вот такие я еще подобрала шортики, черные тоже и бежевые. Можно одеть, например, тунику и шорты, да, если, например, штаны не хочется одевать. Также можно взять по отдельности, если вы не носите штаны, можно шортами взять там или наоборот со штанами, да. И вот сейчас я посмотрела, здесь на шортиках есть кармашки. Я уже, девчонки, всю себя общупала, думаю, неужели здесь есть карманы? Я сказала вам, без карманов. Думаю, уже, может, я неправильно одела. Нет, все правильно. На штанах кармашек нет, а вот на шортиках есть. Тоже на резиночке. У меня в 48-м размере. Очень, девчонки, прям я довольна. Буду с удовольствием носить. И еще я брала, девчонки, вот такую вот скатерть. Это рогожка. С такими вот снежинками, скатерть и вот такие вот 6 салфеточек. Это я брала еще на Новый год, стелила на новогодний стол эту скатерть. Скатерти у них очень классные, есть расцветки разные. Что-то я неправильно, девчонки. Расцветочки разные, на любой вкус, но по качеству они очень хорошие. Я всегда там беру на любимом васильке. И вот на Новый год я просто всегда белую скатерть в основном стелю и какую-то дорожку.
А этот Новый год я не хотела белую, стелила вот эту. И когда белые тарелочки, все это очень красиво смотрелось. И вот сейчас приготовила, я уже ее стирала несколько раз. Вот сейчас тоже хочу постелить ее на стол. Так что, девчонки, заходите на любимый Василек, там есть прям хорошие действительно вещи. И вот кто, может быть, беременные девочки меня смотрят, пеленки, вот я же говорю, я брала там из муслина, тоже очень классные, они у меня до сих пор в использовании, иногда вот после душа там вытереть, просто что-то постелить, положить, иногда я до сих пор пользуюсь ими, и они в хорошем качестве. Поэтому тоже, я говорю, если ждете лялечку, присмотритесь тоже. Там пеленочки хорошие. Что там папа привез Ангелине? Духи. София. София просила. Сейчас мне камеру надо вытереть. Конфетки. Конфетки. Мои духи. София заказывала духи, да, маски. Вот эти красные, это, что это, папа, это тебе, это вот это Милане, а это маме. Ну, я поняла, вот что это Милане, Фаня. Еще другие. А? Тоже а это вот Ангелина. Вот такие еще какие-то маскины. Фаня. Да. А вот это я уже не знаю кому. Это, кажется, маме, нет, да? Нет, там еще куча вещей, которые... А крепость, а это что за бланки? Кто просил? София. Так, сейчас будем нюхать. Осторожно, осторожно. Давай я тебе сейчас открою, это ножницами вооружилась папа, уже. Я смотрел. Сейчас я открою тебе, зайка. Ты хоть знаешь их аромат, Софиш? Да. Ну, знаю, это баблгам должно там быть. Там были белые и еще черные. Ну, я у тебя специально спрашивал. Ну-ка, дай понюхаю. Я тебе продавщицу сказал. Ну-ка. Ну, они прям такие вот. Молодежные, молодежные. Я коробочку специально аромат. Оставлю. Эстетика. Эстетика. А Ангелине что там? Конфетки. Конфетки? А можно будем открывать, да? Откроем. А мам? А? Осторожно. Эту мама, можно мы Ангелине откроем? Все, не так, так нечестно. Мы все открыли, а она не открывает ничего. Ну, она сейчас начнет их как семечки. Давай вот эти откроем. Эй, давай. Так. Все, открываем. Можно же? Ну, открываем. Так, как они тут у нас открывают? Если честно, мне кажется, этот такой цветочный аромат, а этот как цитрусовый такой, более свежий. Оба приятные. Ну, мы решили с Миланой, все равно мы вместе брызгаемся, да, будем? И ну, тем, и этим, да. Этот просто 100 объема, а этот 50. Настю. Да, Артур. Сейчас иду. На, вот сразу бумажки все выкидываете. Так, это нам мамуля, наверное, что-то там положила. А вот эта коробка конфет. Вот это Курт. Вот эту коробку конфет это Леха со Швеции еще привез. Это фисташки, миндаль. Вот это, наверное, а это ментоловый шоколад, наверное. Так, сейчас будем открывать, что там. А вот это что, это чимчи, наверное, да, мама мне передала? Да, да, да. Вот я ее просила. София, Милан, это у Настя, это союзник. Это Саня, да, туда, это колбасу, это чужое. Это нам узбекские наряды передали. Мы просили всем такие, как бы, как они называются, забыла я, она мне ведь говорила. Накидки. Ну да, как накидки. На русском, а на вот, восточном они как-то называются. Забыла я потом. Нет, Артур, не чапан, по-другому. Я подпишу вам вот здесь, вот, как называется. Потом померяем мы все. Это нам всем. Вот этот черный, да, она мне присылала. Но это потом. Тогда. Софиш, вот это тебе, наверное, потому что Света говорила, что вот эти вот... От глаза она взяла. Да, Жень. Я тоже брала. Да, ну, ну вот, да, бери свой пакет. Там еще, вон, смотри, что-то тебе лампа какая-то, что ли. Ай, ты,
Это который для фотографий красивый, который этот. Ну давай, бери. Бери пакет весь, Софиш, там тебе колечки. Ну, колечки, наверное, Милан, для тебя, я думаю. На, с пакетом бери. А вот это мне. А это тебе, да? Ну давай, иди, да, потом. Ну, Physician Formula, румяна себе классные. Это мне, да. Дарька, а передала вот Кика что-то. Кисточки вот эти вот. Что-то, в общем, ну, смотри, так, наверное. А, мама, это какие-то вот для себя. А, это мне, да, Светлана передала. Сейчас будем смотреть, значит, как я это люблю. Косметика. Пойдем вместе там откроем. Такой шум у нас, девчонки, я извиняюсь. Но вот как я показываю, столько эмоций. Светлана, маски тут разные она мне передала. Ланком, это что у нас идет? Скинут крем какой-то. Вот это тоже, смотрю, какой-то крем. Но это потом я буду все читать, узнавать. Это что у нас идет? Так, что-то знакомых букв не вижу. Так, это у нас, не знаю, это потом буду смотреть. The Ordinary, что-то это такое. А это... Вот это вот ждала я очень Далба. Это сыворотка. И здесь вот что-то у нас тоже. Не знаю, что это такое. Тоже буду. Маска вроде бы. А это... Это для умывания что-то. Мыло для умывания, наверное. Пенка, может, какая-то или гель. Но сейчас я все это посмотрю. Сколько нового. Будем пробовать. Девчонки, Артур даже мясо привез из Ташкента. Представляете? Здесь и ребра говяжьи. Индейку привез. У нас здесь такой хаос. Вроде так чисто все убрали. А вот сейчас козы привез, колбасу, индейку. Потом здесь вот курдюк где-то он сказал. Вот это, наверное, да, Артур, курдюк? Да нет, бутшот положил. Ребята даже деньги не взяли. Здесь... Ребята, это все этот. Здесь бараньи ребра. Еще что ты сказал, Артур? Говядина мякоть, говядина ребра. Барани. А, баранина ребра и курдюк, да? Да, да. Ребята даже деньги не взяли. Курдюк это баранина, да? Ну, баранина. И вот, смотрите, козы, колбаса. Здесь колбаса где-то должна быть. Ну-ка, давай откроем, покажем. Видимо, колбасу. Девочкам же интересно. И вот там индейки. А это вот, Васюх, это вот. Это колбаса. Как все завернуто прям. Ну да, а там она делается, Софиш. Юбку передали Софийке. Сейчас, сбоку там. Милану попроси, Милану сделайте. Немножко большевато. А, это козы, оказывается. Я думала, это колбаса. Это как... А вот так прям я же, да, в морозилку буду, Артур, класть? Или бумагу эту лучше убрать? Я положу так же морозилку. Ничего, да? Я вообще в холодильник дома поставила. Не, ну если мы сейчас будем кушать, то да, в холодильник. А если это, то замораживать надо. Короче, в общем, не буду я, девчонки, открывать. Вот еще козы. Ой, козы я тоже очень люблю. Так. Пакеты ненужные сразу убираем. А, это кому-то, да, ты привез, Артур? Вот здесь еще нам передали вот такой подарок. Это и Фраше, гель, смотрю. Еще что-то там, какой-то спрей, видать. Сколько у нас всего, девчонки. Будем все пробовать. Потом еще здесь вот девчонкам передали. Это Ангелинке костюм передали. Ангелине вот хорошо будет костюм, а Софии немножечко большеватый. Идем, покажи, покажи колечки. Посмотрите, девочки, какая красота. Какие колечки, боже мой. Артур говорит, кто эти цыганские дела передал? Это Света. Ну, девчонки любят такое, под все наряды, да, разные цвета можно одевать. Фиолетовый. Красивый. Какой цвет? Фиолетовый. А это? Фиолетовый. А это? Фиолетовый. Тоже фиолетовый. Это? Синий. Это? Фиолетовый. Молодец. Давай костюм будем мерить, костюм? Да. Давай, кофточку снимем. Ну вот, костюм
хорошо ей. Говорю, немножко слегка большеватый, но он рукава подвернули. Папа, колечки забрал твои, да? Ну-ка иди скажи. Ну что, посмотрела, что это? Да, она, Дарина написала, что это фиксатор для макияжа. А мы как раз купили. Фиксатор для макияжа. Я купила себе фиксатор от Art Visage. А вот это база. Да, милая. Вон, Миланке тоже всего сколько Даринка передала. Смотрите. Да, а я, кстати, себе заказала от этого, как его, Manly Pro Curler. Очень хвалили, я тоже себе заказала. Если бы я знала, я бы не заказывала. Вот такие вот блески ей. Потом Vivienne Sabo. Ты тоже Vivienne Sabo, кстати, тебе нравился этот блеск, помнишь? А вот Pixi, знаешь, вот эти румяна же есть от Pixi. Нет, я не знаю. А вот это? Это тин, да? Наверное, это не тин, это ну, вот как типа диоровская плампер, вот это масло, которое губы увеличивает. Есть. А вот это, да, смотрите, сказала, сколько всего. Есть. А, это Кафе Мими, питательная маска для губ, Дарина тушь. Дарина сказала, у нее вот такие вот физишн формулы, говорит, очень крутые румяна. Наверное. Я вообще физишн формулы очень люблю. Вот, ну, по крайней мере, много продуктов. Мне нравится. Вот хайлайтер я брала от Physician Formula, не очень мне нравится. А вот румяна, пудра, вот тоже я вам показывала, классная. Лореаль. Ну, смотри, такой блеск. Смотри, это как тинт, он цвет. А, это вот это румяна, да? Нет, это не румяна, это... Pixi, ты же сказала сейчас румяна. Нет, это Lip Glow. Это для губ. Губки накрась. Накраси, ладно. Боже. А, это картинки. Она, знаете, девчонки, не губки, будки. Мам, будки накрась будут. Посмотри на меня, будки, покажи свои. О, вообще шикардос. Вот это, кстати, да. Я теперь вот, потом вот такой спрей для макияжа. Еще вот это интересная такая штука. Это, я так понимаю, что это дезодорант, наверное. Антипреспирант. Такой прям, я даже не знаю, что это за фирма такая. А вот это что это, Милан? Вы так посмотрели? Это лампа, но там нужно этот, это Софина. Там нужно разобраться, короче, с этим. А вот это, мама, ты знаешь? Это, а вот это для бровей. Ну да. Это, а вот это штука очень популярна для пускания мыльных пузырей. Ты, короче, нажимаешь вот так вот. Вот здесь как писать. А, да. Там это мы не передали. А, смотри, чтобы она не открыла, София, чтобы она не открыла я этот не раствор. Я не знаю, как это делается, но там даже я инструкции знаю, не было, как. Кстати. А вот это... У нас так шумно. А вот это сейчас, мыло. Хорошо. Но... Можно я как а в школе. А вот это мыло, но мне, к сожалению, нельзя, наверное, им мыть. Ну да, нет, я думаю, что тебе нельзя. Ну ничего, у нас много, общем, кто может общем, пользоваться. У нас, девчонки, косметика не пропадет. Софии тоже иногда разрешаю пользоваться на какие-нибудь мероприятия, праздники. Ну вон, смотри, сколько тебе всего, Милан. Теперь только пробовать и пробовать. Да? Что тебе больше всего понравилось? Блеск, который я хотела. Розовый. Она любит Милана розовый. Я просто его только опробовала, остальное я пока не пробовала. Не знаю. Вот фиксатор для макияжа тоже Дарина сказала хороший. Ну, тем более, эта фирма хорошая, да, Нейтроджена. А вот и он, видишь, посмотри. Этот с гиалуроновой кислотой получается. На Ангелину посмотри. Ой, Ангелина даже показывала. Ангелина вообще красотка. А кольца-то кому? Мне. Это София. А, ну ты вообще красотка. Мама. У нас там, девчонки, белье висит, штаны мои. Боже мой. Это я поняла, как делать. Это то есть нужно это мыльный раствор. Сейчас смотрю, сестра мне присылает. Ну, смотрю, от нее сообщение приходит. И приходит мне, думаю, что там такое. А она мне, девчонки, все описания, вот то, что она мне продукты отправила, все косметические, вот, в общем, вот такими текстами. Это пенка, так далее, для этого, это крем, для этого, в общем, все описания, как для бестолочи, девчонки. Я говорю, я сейчас увидела, смеюсь, вот сейчас все это почитаю. У нас, конечно, столько эмоций, все интересно, все хочется сразу пробовать. София вон с этими пузырями. Сейчас будем тоже открываться. Кому-то показывает. Милана там снимает. Я здесь. В общем, София тут. Все блогеры в теме. Вот эта помада. Угу, красивая. Вот это мы решили 4
палки козы это Артур ребятам раздаст. Ну, там вот кто его встречал, провожал. А это уже оставим себе. Вот за это девчонки, оказывается, даже деньги у него не взяли. Ну, там в Ташкенте Артура ведь тоже знают, у него много там знакомых. И он говорит, мне так неудобно, говорит, ребята ни в какую деньги не берут. Вот это, получается, все нам просто так передали. Ну, вот здесь вот еще палка колбасы. Вот он говорит, оставь нам. И две, вот, получается, колбаса, вот какая-то говяжья копченая, он сказал. Вот одну палку, говорит, я взял. И вот здесь вот, получается, здесь козы. Две палки козы оставим. Здесь индейка, он сказал, и мясо. А остальное козы он вот ребятам раздаст. Ангелина бегает вон. И вот здесь тоже, получается, мои что-то передали. Артура родственники тоже вот по чуть-чуть такого же передали. И всего столько много. И Артур говорит, я сам тоже взял. И, в общем, я же говорю. Потом вот эти вот конфеты, это у Артура один брат в Швеции. Он передавал вот эти конфеты. И вот они Артуру передали тоже. Вот вкусненькие, наверное, конфеты. Будем тоже пробовать. В общем, всем огромное спасибо. Столько подарков. Еще вот это мы не открывали. Это Света, вот то, что передала. Там еще, кстати, футболки есть вот с таким узбекским орнаментом, принтом. Но это потом я вам, наверное, померю. И Софии здесь. Милана не захотела. А мне и Софии здесь вот накидка. И футболки с принтами. Ну, футболки я люблю вообще с джинсами. Но это потом, говорю, я вам уже покажу. Это я еще не открывала. Надо... Девчонки тут тоже уже все убирают. Все коробки сразу, Милан, все то, что не нужно, сразу в мусорку. Вот здесь тоже все порвали. И ничего, это София 500 раз переоделась уже. Вот здесь вот смотри. Вот Орео вот это убери. На этом буду заканчивать этот влог. Он у нас получился такой счастливый, эмоциональный. Все мы очень соскучились по нашему папе. Столько подарков нам родные передали. И я же говорю, мы еще будем сейчас смотреть все, разглядывать. Завтра будем все пробовать. Спасибо огромное нашим родным. И вам спасибо за просмотр. Завтра еще с вами поделюсь. Я уже мерила вот эти вот накидки Абайя, футболки тоже. Мне очень понравилось. Мне кажется, мне такие вещи идут. Конечно, они на любителя. Допустим, вот Милана, она как-то... Ну, ей не нравятся такие вещи. А мне очень идет, и я с удовольствием буду носить. А на сегодня все. До следующего видео. И всем пока-пока.